Планирование «Северного потока-2» основано на единодушной позиции различных авторитетных институтов экономических и энергетических исследований, согласно которым Европа в будущем должна импортировать больше газа. «Северный поток-2», мне кажется, как раз пример того, что все-таки в Европе еще есть люди, которые умеют считать на калькуляторах и понимают свою выгоду. Слышали наверняка, такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто покупают наш газ, попадают в зависимость от России. Да, это глупый, абсолютно никчемный аргумент. Министры констатировали, строительство трубопровода всеми силами мешает Вашингтон. И все для того, чтобы поставлять на европейский рынок свой сжиженный газ, который гораздо дороже нашего. Очевидно, что США просто лоббируют собственные интересы. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с покупками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством. Только на международном уровне. Ряд немецких компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2», получили черную метку с угрозами санкций. Отправил ее ни много ни мало американский посол в Германии. Удивленные бизнесмены, для которых строительство газопровода из России является делом исключительно коммерческим, сразу же обратились за разъяснениями в МИД. Европа совершенно спокойно идет по рациональному пути. Она понимает, что это бизнес-проект, который должен завершиться. Начало строительства так и будет в конце года, пока Дания подпишет, последняя страна, и начнет строительство, все будет в порядке. «Северный поток-2» будет построен, несмотря на все сложности. И ни один участник из проекта не вышел. Такое заявление Владимир Путин сделал сегодня. It's good to have a project like Nord Stream 2 because it brings diversification in the transport of natural gas, and more routes and more diversification means more liquidity in the European market. Angela Merkel, the German Chancellor, was speaking here at the Munich Security Conference. She gave her full backing to the Nord Stream 2 gas pipeline. Большой проект — это Северный поток 2. Австрия очень положительно относится к этому проекту, причем не только для нас это позитивно, но и для Германии и для многих других государств. Смысл «Северного потока» чисто геополитический. Его главная задача – лишить нынешний киевский режим денег, на который она ведет гражданскую войну на Донбассе. Мы его достроим гораздо быстрее, через год, а потом грохнем Украину.